Так, ребяточки, ну что, Никита приехал, а на море мы еще не ходили, но сейчас очень опасно идти на море, там жарище. Мажем лица, чтобы в уголь не превратиться. Сегодня мы выйдем на пляжик, поедем сейчас на Клеопатру, покупаемся. Вот, Никита позагорает, море хоть, море покупается, а то папа скажет, что Никита приехал в гости, а вы в компьютер только играете. Let's go на море. Так, поедем мы на великах, поэтому сейчас надо Никите поехать организовать велосипед. Вот, у нас два велосипеда есть, а третий мы сейчас нарисуем. Нарисуем. Поэтому едем за велосипедом и летим. Так, все, давай, заходи. Пупсик. Мой пупсик любимый. Все, порядочек. Все. Ты куда так садишься? Все? Да. Делай переход. Да. Конь запылился после того, когда я проехал 100 километров, я на нем даже не ездил. Блин, надо его обслужить, съездить, он уже и цепь чуть-чуть смазать надо. Короче, на обслуживание надо съездить. А мы так далеко едем, а велики не обслуживаем. Да, там оно ничего такого серьезного. Ну как далеко едем? Нам ехать всего лишь 10 километров в одну сторону. 14. А Никита уже едет на велосипеде, мы уже велосипед ему взяли. Мы уже приехали, ждем сейчас Никиту и выдвигаемся. Так, заехали обслужить велосипеды наши, потому что у нас... Давно они ни разу не обслуживались, там посмазывать, педальки, цепь, ну, чтобы все ходило хорошо. Потому что, блин, велики дорогие, нужно обслуживать. Вот, вот Никита, Никита тоже на велике, он мы взяли. Сейчас еще каблук подъедет, сейчас он там свои видосики догрузит. Данюшка, мы еще ни разу, да, вот так вот не выходили на море вместе все. Леночка ходит постоянно без меня, а я работаю. Ну, когда я хожу? Только на выходных, когда у Дани свободное время. Данечку водим. Все, поедем, сейчас будем на Клеопатре купаться, да? Давай опять. Все, ребяточки, мы едем. Ехать там 10 километров. Едем в очень красивое место, в бухточку. Жара нереальная, градусов 27, даже 30, больше, наверное, да? Там 30 с чем-то. 30 с чем-то, да. Сейчас остановимся, помажемся маслечком, чтобы не сгореть. Так. Чтобы не было плохо потом. Всегда кайфую, когда еду по этой набережной. Как же тут красиво. Едешь и наслаждаешься видом, дышишь свежим воздухом. Боже, обожаю ездить на велосипеде по этой набережной. Вот она идет вдоль всего побережья. Километров 15, может быть, до 20. И вообще ни разу не устаешь. Хоть она так и монотонно едешь, но кайф. Вроде жара, казалось бы, там проще. Там на мопеде, на машине с кондером. Ну, мне вообще не хочется. Мы могли поехать спокойно на машине, но вообще не то ощущение. Вот такая вот прогулочка намного круче. Да, Лен? Да, берем. Сейчас доедем, какую-то кафешечку покормим Даньку, потому что на пляже мы с собой никакую еду не брали. Ну и на целый день на пляжик. Никитосик, он тоже гуляет, так что прям. Танька уснул. Лёха спит, а я еду. Так, мы уже заскочили в кафешечку. Сейчас перекусим. Такая вот возле набережной. Тут очень вкусные блины. Сейчас. Может, по блину? Ну, блины это десерт, там они сладкие. Не-не-не, вот. Это не блины. Блинчик с курицей. А, блинчик с курицей, рили. Вегетарианские блины с морепродуктами. Не, ну я же не вегетарианец, Никита. Не, так вот, я прочитаю меню. Вот тут еще блины с морепродуктами и с фаршем. А на обратном пути заедем в Бургер Кинг или Макдональдс. Прям давно не были в фастфудах. Ой-ой-ой. Вот это, конечно, десертик у тебя. Никита, блинчик с чем? С морепродуктами? Креветки. Водичку холодненькую попиваем. О, это рис жареный с морепродуктами. Всем приятного аппетита, кто кушал. Что, сынок? Это как... Петрушка. Это как пальма, да? Как пальма, говорит Даня. Я холодик. Я наказываю, понял? Я так себя веду, да? Я тебя наказываю. Так, ну что, мы приехали, запарковались. Сейчас надо будет пристегнуть наши велосипеды. Держи. Ты их просто между собой типа пристегнешь? Смотрите, раз,
и два велосипеда. Можно это даже три. Одним ремнем. Ну и тут тоже надо. Между этими двумя. Как же я обожаю этот пляж. Так, что, будем прыгать со скалы? Очень красивый пляж здесь. Смотри, какая яхта. Шел, давай, ныряй сразу. Вода чистая, прозрачная, красота. Давай, давай, ныряй. А мы сейчас с Никитой пойдем на ту скалу. А ну. Оп, нырнул. Отлично. Отлично. Итак, на берег выбросила одного тюленя. Что это за тюлень? Ну что? Лена? Что, погнали? Давай, Никитос, пошел. Я тебя жду, давай. Дайвинг. Ой, как круто, водичка такая теплая. О, вода реально теплая. Так, надо зайти по пояс, чтобы она еще была теплей. Чуть-чуть постоять. Да ладно, шучу, погнали. Хорошо. Иду, иду. Фу, блин, когда ты на солнце раскалишься, такой горячий, прям тяжело в воду заходить, потому что сильно-сильно тебе прям температура меняется. Я, в принципе, не боюсь холодной воды, я, ну, относительно закаленный. Но когда ты на солнце разогреешься, прям... Она не холодная, просто ты с 30 градусов, как уголек. Давай, ныряй. Боже, какая чистая водичка, ребяточки. Не, ну правда, тут какой-то мусор такой плавает, но сама вода по себе прозрачная. Это не мусор. Мусор, да. Это не мусор. А, это не мусор, да. Поплыли. Балдёж! Что, на скалу попрём? Будем сейчас прыгать со скалы, ребята, улетите! Мы в прошлом году прыгали. Там, правда, чуть-чуть вода ушла. Бабушка переживает, когда смотрит такие видео. Передай привет бабушке Варе. Привет. Скажи, что ты аккуратно будешь прыгать. Вы аккуратно. Ну, ты, конечно, неубедительно это сказал. Мы аккуратно, правда. Идем прыгать со скалы. Ну, Даня уже прыгает со скалы. Осталось теперь мне найти скалу. Он еще не прыгает, он пока стоит, думаю. Ну да. Так, арткул, если что, фиксирую. Застал. Да я могу сам тебе сказать. Давай. Что, я не буду, это вообще... А, застал. Говорит, боюсь. Ну, да я сам боюсь. Ля, куда полез? Вот то скалолаз. А ну, смотрите, ребята, как надо прыгать. Нормально. Так, ребят, идет процесс подъема наверх. Тяжело подниматься и снимать. Более камни горячие, пипец. А, вы бы знали, какие горячие камни. А, просто раскаленные камни. Как в бане. Еще острые. Без тапочек очень тяжело. Да тут и в тапочках нелегко было бы. Они бы скользили. Опа! О! Он. Ого! А что так высоко, Никит? Да тут не очень высоко. Я думал, тут пониже будет. Когда ты сейчас спустишься, там вообще не высоко. Так, ну назад у нас дороги нет. Придется стягать. Блин, красиво, конечно. Тут. Да что, по камням не очень безопасно, что тут прыгать. Куда мы залезли? Что, Вань, ты первый? Ты первый. Я первый? Но не я же. В принципе, логично. Может, ты? Может, ты, я ж с камерой. И что? Я могу ее взять. Мне тут стоять страшно. Да, ладно, давайте поближе подойду. Давай скинемся, кто первый день прыгнет. А? Кто первый прыгнет, скинемся. Раз, два, три. Раз, два, три. Первый. Покажут, откуда прыгать. А, смотри, они откуда прыгают. А как туда забраться? Ну а мы отсюда будем, ничего страшного. В смысле? Ну а что, ты разгонишься, ты на камни не попадешь, а там не будет надо. Нормально. Если значит, они отсюда не прыгают, значит мне она не прыгает при гамме. Значит, они отсюда не прыгают, он просто показал, где прыгают сейчас. Пипец, тут высоко. Да они вообще там прыгают, не пойми откуда. Не, ну вот смотри. Че, сальто будешь, че шо? Сальто? О, молодец, молодец. Пивко не пьешь, видно сразу. Че собрался делать? Сальто? Че вообще? Не надо?
Ты упадешь? Брат! С ума сойти! Я же тебе говорю, тут нормально прыгать. Ну, я за этим чувачком. Ну как-то стрёмно все равно. Не стоять страх. Он сальтуху просто крутанул. Нифига, не толкайся. Фух, поехали. Я встрял. Да. По колено встрял. Давай. Никита как гвоздь зашел. Нормально? Ты, по-моему, туда по пояс зашел. Я вот так вот сажусь. Так. Я не хотел, я реально. Спасите! Так, мы с Данькой уже покупались, поборолись. Данька меня поборол, мужик сильный. Все. Покажи бицуху, сынок. Вот так вот, мужичок. На борьбу будешь ходить? О, да. Будем ходить на борьбу? Давай печенюхи, подкрепимся трошки. Будешь печенье? Да, так еще буду. Давай. Держи, сынок. А почему они белые? Приятного аппетита. Может, это банановый? А, это банановый. Приятного аппетита. Не туда. Давай еще раз. Это было. Переволновался. Давай, мама. Это классно прыгает. Давай, да. Готов? Да. Раз, два, три. Так, ну что, мы уходим с пляжика. Сейчас пойдем перекусить, сейчас надо обмыться. Накупался Данил. Данил. Да. Никитович. Ты купался уже? Ну нет, еще я жду вот тут камеру отдать. Влог же снимать. А, пока я ждал очередь. Ой, очередь. Очередь, за мной становись. Туда в очередь. Ух, хорошо. Ух, хорошо. Посмотрите, в парк уже людей вышла куча, всякие пикнички, отдыхают, чилят на фоне набережной. Такое тут прикольное местечко. Так вот на поляночке сел и кушаешь. Так, наши велосипеды на месте, на месте. Все, такой вот у нас отряд. Напротив Макдональдс, а здесь Бургер Кинг. Все-таки решили в Бургер Кинг. Ну прям больно хочется хорошего сочного бургера. У-ля-ля. Так, ну что, заказали бургеры. Ой, вот дали. Я себе взял двойной. Это не мой, наверное. Где трубочка? Это не двойной, это не мой. Где мой двойной? Вот он, наверное, самый большой. Это какой? Это не двойной. Это мой. А у меня два. Вот он мой. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Держите меня, семеро. Ребята, на массу то, что надо. Хочешь, попробуй с курицей. Сейчас попробую. Фух, так наелись, что дышать тяжело. Ой, зачем мы это сделали? Дань, давай ты меня повезешь. Блин, я не хочу ехать, я устал. Мне тебя повезти. Мы с Даней собирались поехать в комнату, вот так она называется, Лего. Даня, кстати, в последнее время, Дань, да? Ты очень Лего любишь собирать, да? Да. Друг посоветовал, говорит, сюда ходит, да, в эту комнату. Говорит, интересно. Сели на мопедик, сейчас съездим, посмотрим, как там. Аккуратно. Все, сел. Поехали. О, смотри, ну, видишь, сколько и машинок, и Лего, все. Смотри, там он тоже есть, видишь? Да. Смотри, там коробочки. Илюша, хочешь собрать какой-нибудь лего? Смотри, ты можешь купить такой набор. Я
Выбирай, смотри какой. Будешь собирать? Пожарную станцию хочешь собрать? Давай, соберем. Нам нужен попкорн, нам нужен огонь. Сможешь найти? Огонь это легко. Огонь это легко, да. Так, здесь попкорн, посмотри. Может это он? Да. Да, да. Это попкорн. Так, теперь ставим сверху огонь. Нам нужен второй попкорн. Все, попкорн готов. А это зачем там? А это потом для пожара нам понадобится. Так, вот тут собирается наша машинка для попкорна. Смотри, она у нас уже собрана, да? Да. Отлично. Да, я сижу тут, чаек пью. Даня играется. Даня себе так взял блинчик с клубникой, шикарно. Вот вилочка, ножички. Попробует. Он очень любит блинчики, но в Турции с этим проблема. Да, в какое заведение не зайти, но почти нигде нету блинчиков. Все, будем кушать. Да? А когда мы пойдем домой? Всем пока, да, уже идем, потому что уже стемнело. Тебе понравилось? Я не хочу домой. Так там же папа нас ждет, Никита. Я не хочу.